В поселке совхоза имени Ленина прошла благотворительная акция. Она была приурочена к началу учебного года и Дню благотворительности, который отмечается в начале сентября. Представители главного акционера ЗАО «Совхоз имени Ленина» агрокомплекса «Рота Агро» и совета поселка посетили несколько многодетных семей и семей, находящихся в сложной жизненной ситуации. Гости пришли не с пустыми руками. Всем вручили символичные подарки и карточку одного из супермаркетов номиналом 1000 рублей. Эти деньги можно потратить на школьные принадлежности. Мы никогда не забываем о наших жителях и всегда находим время для того, чтобы подарить им улыбку, частичку счастья, добра. И, конечно, было приятно, когда они улыбались нам в ответ и благодарили. Напомним, на 1 сентября в качестве подарка на День знаний родители всех первоклассников муниципальной школы поселка совхоза имени Ленина также получили финансовую помощь от агрохолдинга.